Электронную перепись населения продлили на неделю. Дистанционно опрос теперь можно пройти до 14 ноября через госуслуги. В таком варианте переписались сегодня актеры и администрация Волковского театра. Процедура аккуратно вписалась в череду репетиций и спектаклей первого русского. От творческого процесса отвлечься пришлось всего на 5-10 минут. Кто-то прошел перепись на компьютере, другие с помощью ноутбука или телефона. Все легко и понятно. Простые, логические, грамотные шаги, которые подсказывает сам компьютер на портале госуслуг. И самое главное, что на это надо потратить ровно 7 минут вашего времени. Поэтому это легко, просто и очень удобно в наше не самое спокойное время. Не сидеть дома и ждать, когда придет переписчик, куда-то идти с этим коронавирусом, с этой погодой непонятной. Ну его... Зашел на госуслуги и все сделал спокойно, просто и без какого-либо нервяка, как говорится, и без там, отрыва от работы или от дома.